Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, что от вас скрыто. Называйте свое имя и дату своего рождения. Что от вас скрыто? Ой, а здесь скрыто, что мужчина влюблен в вас по уши, как мальчишка. Возможно, водного знака зодиака. Не факт, так как освещение общее. Но здесь мужчина испытывает чувства к вам и хочет появиться, проявиться в вашей жизни. Что от вас скрыто? Сейчас вы эту информацию узнаете впервые. То есть для вас это сюрприз, для вас это что-то, что сейчас вы не можете себе подтвердить в реальной жизни, что от вас скрыто. Здесь мужчина вспоминает о вашем взаимодействии из прошлого. Здесь причем кто-то больше давал в общении, кто-то меньше, кто-то больше брал энергии, кто-то действительно, знаете, больше текста, если сообщения текстовые были, да, отправлял, кто-то отвечал «да», «нет». Либо же здесь энергетически был неравномерный баланс. Мужчина здесь думает о вас. Ему плохо без вас, знаете как. Вот видит вас очень степенную, стабильную, надежную. Что от вас скрыто? Мужчина тут за вами следит. Причем уже, знаете как, по карте мир это цикличность. Вот. Его нет в вашей жизни, но он делает это скрыто. Либо же неделя, месяц, год, сезон. Здесь именно по кругу, по циклу. То есть здесь это происходит на протяжении длительного времени. Пытается у вас информацию узнать. Да, на протяжении длительного времени. Мальчишка влюбленный. А сам не проявляется, а вы узнаете об этом через мое освещение Таро. Ставьте лайк для энергообмена, пишите «принимаю», благодарю для исполнения. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.